Чтобы почувствовать атмосферу, надо побывать на концерте в знаменитом зале. Первая часть программы группы «Пелагея» была спокойной. Певица исполняла протяжно народные песни в современной музыкальной обработке. Вторая часть концерта была оживленной. Зрительный зал с удовольствием принимал все музыкальные композиции и песни. Под финал Пелагея выдала свою любимую песню «Валенки», которая стала ее хитом. Публика уже не сидела на месте, а приветствовала певицу стоя. Зарядившись энергией, выйдя из концертного зала, зрители сразу не расходятся.